Всем привет, друзья! Вот и у нас наступил сезон открытой воды. Лед сошел, еще неделю назад стоял, а сегодня уже все. Вот. И вот наша первая рыбалка по открытой воде. Ну, воды, я смотрю, поднялось немного, вода более-менее светлая. Дождался я, когда хоть чуть-чуть она прогреется, чтобы выйти на рыбалку. Заодно подсохло все более-менее. Сегодня мы попробуем что-нибудь с вами половить по открытой воде. Рыбак вон там, вот один, смотрю, сидит, а больше никого нету. Вот, до этого я был неделю назад, еще лед стоял там наполовину. Может быть, ставлю видео, я там снял чуть-чуть. Посмотрите. А так, можно сказать, сегодня открытие летнего, весеннего сезона у нас начнется. И попробуем мы с вами, переходим мы на летние насадки, червь-опарыш покамесь. Мотыля у нас уже не продают, как говорится, не сезон уже. Поэтому начнем мы потихонечку раскладываться. Посмотрим, что у нас выйдет на этот раз. Ну, ловить мы будем, как всегда, начинаем сезон с удочки. Вот две мои старые проверенные удочки. Вот такие вот уже битые, перебитые, можно сказать. Но надежные еще. Вот, сейчас, как обычно, выставим сначала глубину. Попробуем одну поставить со дна, а вторую с полводы попробуем половить. Вот. Насадку тоже буду использовать разную. Червь-опарыш. Комбинации буду делать разные. Посмотрим. Сейчас рыбачок проходил, говорит, с утра, говорит, тишина. Ну, может, нам удача все-таки улыбнется. И мы что-нибудь с вами зацепим сегодня. Сейчас мы ее разложим. Моржи купаются вовсю уже. Вода, значит, потеплела. Достаточно для моржей. Но, наверное, еще недостаточно для рыбы, чтоб ловилась. Но. Оснастка у меня здесь скользящий поплавок. Для дальнего заброса. Ну и для такого заброса тоже пойдет. Для начала глубину вымерим. Наверное, вот так вот я оставлю для начала. А там посмотрим. Ну, по приконке вот у меня уже сделаны, можно сказать. Вот такая вот рассыпчатая. Ну и комочек хорошо лепится. Так, сейчас побросаем чуть-чуть для начала. Посмотрим, что будет. Не стал я комки лепить никакие. Для первого раза, я думаю, для пробного. Итак, посмотрим заодно, что у нас и чего. Ну, вон один наш поплавок. Вон там, вон дальше. Второй поплавок. Вообще хорошо. Весна, плюс 16 сегодня обещают. Градусов. Ветра нет. Вообще, благодать, птички поют вовсю. И мы с вами на рыбалке. А вон и первая вроде поклевка. Аккуратно, аккуратно подергивает поплавок. Клюет. Повел, повел. Оп, есть что-то. Тащим. И вроде неплохое такое.
втащим. Упирается, по крайней мере. Ну что, ребят, с почином наш. Вот наш первый подлещик. Весенний заколотил. Ладно, сейчас вытащим. Вот такой вот у нас подлещичек. Первая моя рыба весной. Повел, повел у меня поплавок. Уложил. Оп, что-то есть. Вел, 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 потом уложил. Ой, что это у нас? Уклейка. Хорошая уклейка. Жирная такая. О, вот такая у нас уклейка здесь водится. Сейчас мы ее достанем. Опять. Положил мне. Поплавок. На этот раз тоже уклейка, но поменьше. Не топит он. Поплавок его кладет и все. Тоже интересно. Хоть что-то. Это моя первая весенняя рыбалка. Как говорит, рыба небольшая, но пока клюет. И слава богу, выглянуло солнышко. И поплавки стало лучше видно. Мне, вам я не знаю как. Наверное, не очень далековато. А приблизить мне нечем. И как всегда, я сезон начал один, потом ко мне сын присоединится и друзья потихонечку. И будем у нас коллективные рыбалки на разных водоемах. Начнем мы с этого, как всегда. Очередная поклевка. Ой, ведет, 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 ведет. Сейчас или утопит. Хорошо ведет. Утопил. А, я не успел. Но это была не уклейка, скорее всего. Содрал мне опарыша. Сейчас нового, свежего нацепим. Или этого оставим. Давайте этого оставим. Так вот. Хорошая поклевка была. Но это явно была не уклейка. Клювала. Потому что вел, вел, вел и утопил. В этот раз что-то у нас уклейка клюет. Как-то на подъем, а не на сброс. Он сейчас посмотрит, опять закинул в то же место, где у нас была поклевка. Надеюсь, что она оттуда не ушла, где-то там крутится. Значит, будем ждать очередную поклевку с этого места. Еще клюет. Повел, повел. Притапливает поплавок и все. А дальше не клюет. Оп, есть что-то. Тащим. И такое вроде серьезное. Это что у нас? Это у нас подлещик. Тащил, тащил. Вот он. Наш подлещик, еще один. Такой вот. Небольшой, но хороший. Все.
А он сразу поклевка на вторую удочку. Тоже тащит. Оп, есть. Вроде. О, две поклевки одновременно. И походу. А это у нас тоже подлещик. Это тоже покрупнее подлещик пошел. О, пошла рыбалка. Один, второй. Сейчас мы вытащим. Парно так плывут. А вот очередная поклевка. Ведет. Ай, запутал удочку. А не, есть что-то. Ага. Подлещик. Еще один. А я думал, удочку запутал, что-то леска как-то плохо шла. Клюет. Есть. Положил мне поплавок опять. О. О какой. Подлещик. Самое оно. Сейчас мы его распакуем, как положено. А, сушить. Все сушить и берем наше ведерко. Сопливые, руки помоем, ждем на вторую удочку поклевка. Подлещик как-то подходит порционно, то нет, 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 то раз и подошел. Ну что, дорогие друзья, вот и заканчивается наша рыбалка. Утреннее посидел, чуть ветер, он поднялся вовсю. Очень неудобно стало ловить, если ветра не было, еще поклевывало. Сейчас при ветре вообще клева нету. Посидел я еще час, ждав поклевки. Так и не дождался. Буду я собираться домой потихонечку. Но, тем более сломал я вторую удочку. Вот конец у меня, вот здесь вот, вот звено кололось. Приеду домой, буду делать. Сейчас пока вставлю. Слетает оно, не держит. Вот. Первая наша рыбалка, как говорится, нормально прошла. Кое-что мы взяли, от нуля ушли. Рыбка начинает потихонечку ходить. А мы начинаем ее потихонечку, как говорится, ловить. Так что всем рыбакам и любителям ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!